есть некоторые игры с моно, вот, но пока это, скажем так, неофициально. JavaScript, да. По умолчанию такие вот интерпретируемые, вроде как переносимые на разные платформы языки, сюда пока не переносили. А смотрите, они без проблем практически заработают на Тайзене. Но у магазина Tizen Store есть определенные политики, которые, ну вот скажем, Qt они не пропустили. Сказали, мы не хотим Qt. Они не соответствуют нашим политикам. У нас есть Tizen SDK, и все должны работать с Tizen SDK. А Qt лезет мимо Tizen SDK, и мы не хотим. Вот так. С другой стороны, это тоже не пропустили. Ну да, есть некие, некоторые избранные, например, Unity, которые, конечно же, через Tizen SDK работать не будут, они будут работать напрямую с графической подсистемой, или там Marmalade тот же самый. Но это надо войти в круг избранных. В третьей версии Tizen Qt заявлен. Второй версии его нет. С питоном и со всем остальным будет такая же песня. Сейчас вот есть проект, на который сейчас собираю сюда же деньги, вроде как называется Monetizen. Может быть, слышал я. Вот, но это пока все не официально. Еще вопрос? Все, нет вопросов. Тогда спасибо. Так, у нас перерыв уже, нет? Нет, еще. Tizen HTML 5 разработка. А, мы не подряд. У тебя перерыв. Смотри, если вы сам снимаете, если еще результат по той программе. Не, ну на самом деле, насколько я понимаю, можно и. Да нам, в общем-то. Плавать. Это же. Может, там галочки не ставят. Рассказывайте, как вам удобно.